Всем привет! Анатолий Иванович Рыков предоставил нам два своих новых ножа, которые он не так давно изготовил. Сейчас мы будем изначивать нож, который выполнен из золотоустовского дамаска, твердостью порядка 60 единиц по Рокиеву. Рукоять — это кожа ската. Общая длина ножа 33 см, а длина клинка 25 см. Толщина по обуху 6 мм. Вес составляет 362 грамма и односторонний спуск. У ножа отсутствует какая-либо заточка, и формировать подводы будем с помощью чебоксарских алмазных камней с трехслойным напылением. А заточку будем производить уже с помощью камней барайт. Точить нож будем в 40 градусов общих или 20 градусов на сторону. Грубым камнем мы сформировали подвод, и сейчас на режущей кромке отлично просматривается заусенец. Итак, были сформированы подводы с помощью алмазного камня с трехслойным напылением, и перешли сейчас на барайт 220. Будем работать с барелюбом. И толщина камня, естественно, у нас отличается. С помощью электронного угломера снова выставим угол. Мы выставляли 20, и сейчас снова 20 будем добиваться. Так, вот у нас 0. Вот 20. Виден результат от камня барайт, риску мы начали уменьшать, и заусенец также сейчас еще присутствует, он направлен в сторону микроскопа, темная линия на режущей кромке. Переходим на 320, и сейчас уже максимально будем уменьшать риску, я пробегусь сетом барайтов, и на финише вам покажу, что будет под микроскопом. Перешли на 600-й барайт. Перешли на 800-й барайт. Перешли на финишный камень. Это у нас барайт PC-1200. И мы максимально уберем риску. И я вам покажу, что получается под микроскопом. Под микроскопом, как вы видите, после барайда PC у нас практически идеальная режущая кромка, но присутствует еще небольшая риска, мы ее будем убирать уже с помощью полировки. Перешли на дубовые бланки, сейчас будем полировать еще пастой 7.5 и потом еще 3.2 пройдем пастой. Движениями только на себя. И сейчас еще нанесли пасту 3.2, и это у нас уже будет финишный результат. При помощи полировки алмазной пастой мы добились хорошего результата и блестящего подвода. Проведем тест на остроту 91 грамм, что является бритвенной остротой. Произвели заточку и полировку ножа. Нож у нас бритвенно-острый, легко справляется с газетой.
Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и вступайте в наш клуб ВКонтакте.